российский блогер Илья Варламов опубликовал видео о последнем путешествии в столицу Армении. Свои заметки он опубликовал еще месяц назад в статье «Ереван, который никто не любит». Однако, накануне блогер опубликовал видео о неприятном инциденте, в который он попал в центре Еревана. Так стало ясно, что путешествие в Ереван для туристов может оставить в памяти не самые лучшие моменты и даже обернуться кошмаром. Во время прогулки по центру Еревана охрана провластного олигарха Хачатура Сукиатяна запрещает блогеру снимать принадлежащий олигарху торговый центр и территорию, прилегающую к нему. Камеры? Да. Просьба, или не фотографируйте? На видео не снимайте. Что не снимайте? Да, нет. Почему? Это частная собственность. И что дальше? Дальше? Да. Значит, не снимайте, пожалуйста. Почему? А вы кто? Я тут охранником работаю. Ну, работаете. Да. Мы на улице. Снимайте, вот остальное можно. Вы шутите? А? Вы шутите? Нет. Вы серьезно сейчас? Да. Мы находимся на улице. Ну, да, мы не в вашем здании. Что, я частная понимаю. Улица? Ваша? Нет, это арендованная. Вы арендовали этот тротуар? Не я. Мы как архитекторы снимаем. Подожди, да нет. Да, да. Как хотим, так снимаем. Камеру выключить. Не можем. Нет. Мы можете. Да, не это как видеорегистратор, на всякий случай. Не мало ли. Вы, не, вы, это вы, самое, не, вы меня можете не трогать? А вы можете камеру не, а вы меня не поворачивать? А вы меня можете не подходить и не трогать меня? Камеру. Здрасте. Здрасте. Не поворачивать камеру. Здрасте. Можете? Ну, а вы зачем подошли? Нет, на вопрос отвечай, пожалуйста, а потом мы дальше. Я не буду отвечать на ваш вопрос. А почему? А я буду трогать. Не надо, меня трогать не надо. А камеру на меня не надо трогать никого. Вы тоже охранник? Здрасте. Здрасте, да. Да. А вы можете по-русски говорить, чтобы мы понимали, о чем речь? Ай, Я могу продолжать по-русски, у меня вообще нету. Давайте, хорошо, давайте по-русски. Давайте по-русски сначала начнем. Здравствуйте, к нам приехали архитекторы. Да подожди, слушай, что мы вообще... Какая разница, мы пришли снимать, причем, кто вы такой вообще, почему? Кто вы такой, подходите на улице? Я уже... Да. Нельзя снимать. Кто сказал? Я где это написано? Это вы, частное... не, вы подошли. Я охранником тут работаю. Это частная. Ну замечательно. Я же сказал, вы можете. Дальше? Мы же в вашу собственность не заходим. Вы охраняете ее, охраняете. Не, брат, слушай. Это запрещено каким-то законом или что? Нет, чтобы это... не законом. А чем? Ну. Мы в общественном месте. Слушайте. Это надо обсудить с ними. Это не надо ни с кем обсуждать. Еще раз. Мы находимся на улице. Мы не заходим в ваше здание. Да не будем выключать. Слушай, мы стоим, вы к нам подошли. Ну отойдите и все. Я же вас не трогаю. Слушайте, да мы вас не снимали. Вы сами к нам подошли. Пойдем в стыльну их? Да. Пошли. Почему-то в разных местах мира периодически люди думают, что они могут запретить кому-то снимать, просто потому, да, что им не нравится. Есть такая проблема. Они уже поняли, что они вот это здание превратили вот в мол. Подожди, ты с ними слишком вежливо, ты пытаешься объяснить. Ты почему-то с ними пытаешься общаться, как будто у вас какой-то может быть диалог. Меня так воспитывали. А, тебя воспитывали. Смотри, это просто... Мы, да, невоспитанные русские блогеры. Подожди, какой конфликт? Это просто непонятный хрен, который работает охранником, который зачем-то выбежал со своей будки и начал рассказывать, что я не могу снимать это здание. С улицы. Да, он кто еще такой? Надо послать и все, и не вести с ним, не тратить на него время. А ты зачем-то объясняешь ему что-то. Потому что это маленький город. И? Все друг друга знают, и тут надо жить дружно. Мы не можем жить. Подожди, он на тебя налетел. Потом оставаться вот... Подожди, он на тебя налетел вообще на ровном месте, на нас. И... Надо ласковать. Хорошо. Ладно. Хорошо, все. Хорошо, все, да. Ласковый Ереван. То есть, в общем, друзья, в Ереване даже охранник нельзя послать. Нафиг, ему нужно обосновать, почему он должен туда пойти. Ласково. Парадокс в том, что блогер снимал снаружи здание, которое некогда носило название «Кинотеатр Россия».
Однако русофобские настроения не прошли мимо и этого культурного наследия советской эпохи. И несколько лет тому назад здание поменяло название на Айрарат. Это не первый культурный объект, подвергшийся русофобским настроениям жителей Армении. Так, несколько лет назад огромный сад имени Александра Пушкина был в одночасье переименован в «Парк любви», а бюст великого русского поэта был убран и унесен в неизвестном направлении. Однако армянские СМИ об этом молчат, дабы не разозлить российские власти. Интересные моменты затрагивает Варламов в своей статье про столицу Армении. Блогер пишет, что армяне не оценили красоту старого Еревана и решили все снести. Да, это выглядит как шутка, но старых зданий почти не осталось. В лучшем случае сохранили фасады. То есть здание сносится, а его скальп вывешивают на уже на новый дом, говорит блогер. Однако Варламов, вероятно, не подозревает, что уничтожение старого Еревана производилось планомерно по политическим мотивам еще со времен Советского Союза армянскими властями, дабы скрыть историю города, который больше напоминал жемчужину исламской цивилизации с многочисленными мечетями, каравансараями, банями и так далее. Блогер также описывает, что в городе крайне мало пешеходных переходов. Чтобы перейти дорогу, надо спускаться в темный, засыпанный переход. Возможно, Еревану стоит задуматься о туалетах, чтобы народ не справлял нужду в подземных переходах, отмечает Варламов, резюмируя, что туристы в такие обветшалые города обычно не заезжают, и в них неприятно жить.